Працягваем выпуск. Чатыры районы Гомельской области завершили сеобу ранних яровых збожжевых и зернебобовых культур. С этой работой справились аграрии Мазырского, Ельского, Лельчицкого и Петриковского районов. Наближаются до финишу у Гомельским, Лоевским и Хойницким районах. Остатняя частка районов переодолела экватор у гэтым накерунку. У комитете по сельской господарце харчавання аблвыканкама означает, что у минулым годе до яровой сеобы приступили только 19 красавіка. Сёлета до этой даты плануется завершить сяобу ранних збожжевых и зернебобовых культур. Наступным этапом посевной кампании станет сяоба інших культур, например, кукурузы.